Столичные власти, не покладая рук, занимаются уборкой, дезинфекцией, борьбой с вредителями и сорняками столицы. Тем не менее, все еще есть места в Кишиневе, до которых не дошли руки коммунальщиков. Мэр Ион Чебан призвал чиновников активнее заниматься своей работой. В ассоциации «Зеленое хозяйство» говорят, что в парках Кишинева и других зеленых зонах продолжают проводить дезинфекцию от клещей. Зильник, синтим плекат, шапти, ангажат, стримен, тези, транспорт. Комбатеря с фачи регулат. На тот парк, урли, скуарли, малурли, базин, ворок, ватичи. Афлатим, где свинья спать, ворверц. Прилукаря с фачи комфорт графику, и цинент конт, где чихл, дезволтари, а капушлу. В то же время ежедневно около 20 рабочих заняты в борьбе с амброзией. Прилукаря с фачи ку мотострепетуаре, где есть нечесар с профессией маймарь, интервеним механизат. Пыль, когда ситуация под контроль, но имеем казус, где на Флориде амброзии. В Кишиневе также продолжается дезинфекция подъездов многоквартирных домов, детских площадок и остановок общественного транспорта. Săptămâna precedentă au fost efectuate lucrări în 431 de blocuri pe o suprafață de 257.000 de metri pătrați, pentru care s-au cheltuit 224.000 de lei. Săptămâna curentă ne propunem să efectuăm lucrări în 302 blocuri de locuiri. Немало работы и у управления жилищно-коммунального хозяйства. Мусора в городе меньше не становится. Săptămâna curentă avem implicați 395 de persoane la procesul de salubrizare. Avem implicate 11 utilaje de tip HACO la salubrizare mecanizată. Поскольку все больше и больше людей предпочитают гулять в парках, мусорные баки в этих местах переполнены, поэтому столичные чиновники решили вывозить мусор и в выходные дни. Я там аэропорт или тот мост, раз изменяется, ты там приход, точнее, релаксация. Am înțeles, vă raportez situația de astăzi dimineață. Este vorba de urnele de spatele guvernului. Dacă este nevoie, eu am să vă transmit poze, am să vă transmit filmări. Orașul trebuie să fie curat. Mai ales acum, când oamenii ies cât mai des prin parcuri în oraș. O să monitorizăm strict în primar și o să raportez. Кроме того, столичные власти продолжают очистку двухкилометрового участка русла реки Бык. Работы должны быть завершены 5 августа.